Приветствую вас, друзья. С вами Назар. Продолжаем играть за Южно-Германскую конфедерацию. Итак, я между сериями вернул Липпе некоторые регионы. Их вот здесь, вот это вот все, вот это повозвращал, что вы видите. Я точно уже не помню, что именно. А также угрозой войны забрал себе вот здесь провинцию, закорил. И забрал вот эту от Богемии. Ну, тут так торчало некрасиво. Я решил их избавить от этих мук и неудобств, скажем так. Сейчас мы будем воевать против... Ну, тут еще на стороне Австрии воевали против Венгрии. Победили. Галич, кстати, напал на Польшу. Но что-то проигрывает. Зачем-то напал. Не знаю, конечно, Польша там слабый союзник, но Польша все-таки стронг. У нее армия, скажем так, видите, Ишка, она, наверное, считает вот по количеству войск. А качество войск она не берет, скорее всего, ну, как в расчет. Вот и тут получилась такая вот фигня, что Галич не смог. Так, это все такое, это все лирика. Будем воевать против вот этой вот фиолетовой страны, Вайхинден. Будем ее забирать полностью. Только ее, потому что она тут достаточно такая большая, 46%. А тут еще висит агра с предыдущих войн. Она, конечно, падает, но не так быстро, как бы хотелось. Следующей идеей я возьму гуманизм. Тут еще есть 30%. Но быстрее будет падать, короче, агра. Надо будет его брать. Я вот думал вот эти ранние какие-то подменять. Значит, не знаю. Не знаю. Не буду, короче, ничего отменять. Пусть будет так. И плюс начал присоединять Кёльн. Потому что и Кёльн, и Бремен очень большие. Они тут, как видите, бунтуют постоянно. Тут на них трачу престиж. Так что одного заберем. Вот. А здесь можно будет назначить, допустим, Липпе в качестве нового Курфюрста. И он тоже будет голосовать за нас. И титул императора все равно будет в наших руках. Мухаха. Вот такой вот коварный план. Ладно, давайте будем начинать. Тут ни на кого, конечно, есть искушение позабирать вот эти. Это все мелкое, такое направичное. Но я хочу заодно еще вот эту желтую забрать, чтобы уже здесь такие были надежные проходы, что вот это не надо было обходить туда-сюда. Так что пока заберем тебя. У нас тут, кстати, офигенный консорт новый появился. 4-5-4, 10% скидки агрессивки. Вот ее бы направление, да. Это было бы отлично. Но чудеса не, чудес не бывает, так что будем довольствоваться тем, что есть. Так, тут мы пошли. Но неудобно, эта штриховка закрывает обзор. Никого больше него не забрал? Нет, не забрал. Хорошо. А еще вот здесь. Ну давай сразу метнемся, уничтожим армию. Заодно этого. О, отлично. Теперь можно вот так пойти. Я опять поменял немного настройки микрофона. Мне что-то предыдущие два раза не понравилось. Там просто стояла такая штука, которая активировала запись только тогда, когда ты говоришь. Ну, типа, чтобы не было слышно то, что там за окном происходит, вот это все. Ну, она как-то сработала странно с задержкой. Там чуть-чуть такой кусочек голоса первого слова исчезал, как будто бы. Это мне не нравилось. Вроде как все, да. Так, давайте посмотрим по религии. Это все протестанты. Да. Еще можно их не трогать. Союзы там все пусть будут. Не хочет. Ну, что, сейчас вот этот доберется. Вообще микрофон надо держать сантиметров 10 от рта. Вот. А у меня он стоит полметра. Надо бы в Китае заказать себе вот этот фильтр. Попробовать еще так. Если, просто если я ставлю возле головы сразу,
тут получается такие звуки неприятные, плевки всякие такое. Попробуем еще так сделать. Да тут больше ничего мы от него не требуем. Ну видите, 50 агры. Но по-любому тебе нужно подождать сейчас немного. А что так плохо улучшенные отношения? Да нет, нормально. Ну просто вот на кого там идет? Что-то ну, странно как-то. Допустим. Вот Вюрцбург. Ну тут вообще они улучшены. А он религии не нашей. Тут идет штраф большой. Но даже с этим, без этого штрафа все равно было бы так. Ну, значит, ждем. Ну, кстати, можно принять. Давайте примем. Так, больше не надо. Возьмем вот так. Почем? 630. Можно, конечно, напасть сразу на этого. Можно подождать. Выставить войска возле Вюрцбурга. Еще раз покажите мне ее союзы. Тут еще какой-то мелкий. С тобой перемирие спало, да? А, я не могу пока во время войны. Декабрь. Январь. Ну, так получше будет. Забираем. Видите, начинается. Поднимается у меня сверхрасширение. И начинает бунтовать. Ничего. Нам немного осталось бунтовать. А престиж можно заработать достаточно легко. Пока мы не начали войну. А я хотел вот этого посмотреть. Нет, тут я не могу почему-то. А тут могу. Вот не могу этой страны, типа, потребовать вот эту провинцию Бременскую. А, у них столица здесь. Все, понял. Достаточно просто почитать, правда? Правда. Так, ты вот эту отдай. Не хочет. Там крепость, наверное. Ибо из-за того, что он уже отдал нам до этого. Ну, значит, будем воевать против тебя. С Бранденбургом говоришь, у тебя союз. Угу, угу. Удачи тебе с этим союзом, только Бранденбург не хочет его придерживаться. Угу. Так, ну, правда, придется с этим воевать. Давайте Австрию позовем, чтобы она там не расслаблялась слишком сильно. Значит, тут немного война на юге откладывается. Ну и хорошо. Угу. Еще немного упадет агра. Так что почему и нет. Помоги. Успел, хорошо. Ладно, я тут воюю, а тут ничего не делаю. Неподобство. Точно не воюет Бранденбург, точно не воюет. А может, я не знаю. Тут Австрия, наверное, все осадит. Австрия хорошенькая такая. Так что давай. Отрабатывай. Я тебя похвалил, ты отрабатывай. Тоже будет быстрая война.
Умер император. Да здравствует император. The Emperor Doris. Excellent. Превосходно, просто превосходно. Да, прям само совершенство, блин, произошло. Человек умер, а вы тут. Хороший человек такой. Сформировал вот Южно-Германскую конфедерацию. Объединил многие народы немецкие. Это кто захватывает? Линдау. А, у него две войны. Тут. Ну, при чем тут Линдау? Так, 57-й год. Хорошо. Вот я запишу, то я забуду. Кулёгны. 16-57. Отлично. И тут сразу. Жух. 149. А почему и нет? Давайте. Еще какой-то. 131. Запросто. 280 монет. Тих. Как с куста. Ну что, можно закачивать эту войну? Так, клайме не надо терять. Заплатим 25 очков. Эй, ты, дружочек. Ой, Констанс. Ты у нас кто? Ты, блин, этот католик. Ай, дурак, надо было поставить. А все равно бы не хватило. Не, все равно бы не хватило. Так, ты это сделай. Это и это сделай. А если так? Ну, туда на юг оно мало идет. Так что, ну, нормально. Ну, чтобы не торчало здесь ничего такого. Его бы, конечно, полностью сожрать. Было бы неплохо, но... Другой раз. То что? Че? А. Все, наверное, Иония. Испания, и что? В Бранденбурге и Испании начнут войну. Удачи. Удачи удержать потом. Октябрь, не, пока не надо делать. Ну и что, возвращаемся сюда. Бремен, да? Угу. Но все равно, видите. Блин, что это за звуки такие? Да, бремен тоже надо же сжирать. Опасно такого держать. Десять лет. Ну, что поделать? Надо. Партия сказала, надо, значит, надо. Ну, за меня пока не голосуют, потому что нет наследника. Надеюсь, будет. Консорт ведь появился. Да. Все, делайте наследника. Тут мне нужно сделать армию. Вот этот шаблон убрать. Ой. Такой сделать. Вывести в тыл. Да, блин, задолбали со своими. Тебе добавляют провинции в имперку. Австриец. Зачем? Не знаю. Не знаю, где это, не хочу знать.
что поехали, ты вот бунтуешь сильно, значит, тебе нужно убрать отсюда. Жух и нема. Так, теперь посмотрим на Вюрцбург. Тут бы я поставил все-таки галочку, потому что надо его перекрестить. Из крупных только Сайн у него в союзниках. Плюс повесить перемирие с Сайном, потому что он там бомбит очень-очень сильно. Так, а вы как-то закоритесь? А, вы уже закорились, считай. Ну давай, погнали. А, я не могу, у нас перемирие. Твою же. Что, сколько? А, так вот, конец года. Надо подождать. А сколько у него вообще по развитию? 81, да. Поставим галочку, все будет хорошо. Очки нужны? Нужны. 71. Еще пятерик. Надо раздать. Давно не раздавал. Там у нас вот здесь святоши, да? Обитают. Тут их обитель. Да, вот это костель. Как же вы задолбали меня? А тут бы найти какого-то васальчика для кормежки. Все, поехали. Австрию там можно. Да, вот этих очков еще на 10 войн хватит. Тут нету, здесь. Так, пошел. Вот ты ничего не делаешь, да? Тут перехватим. Смотрите, Сайн пока не воюет. А, нет, вот вступил как раз. Ай, блин. Ладно, сначала оккупируем. Так. Армия в Вюрцбурге куда-то ускакала. Тут берут наши. Пойдем сюда. Эти наши пробки тоже быстро могут брать.
уже можем. Здравствуйте. Сели. Так, пойдем куда-то сюда. И сюда. Коблец. Ой, если что-то небольшое, то можно и отдать. Вот это. Да, забирай. Ну, посмотрим. Все, согласен. Супер. Я, наверное, еще вот эту возьму, чтобы тут было тоже, ну так, более-менее красиво. Возьму, ну, столько уже. Так, достаточно. Всегда почему-то хочется в первую очередь обратить самые большие провинции, самые дорогие. Ты у нас кто? Ты у нас протестант, а ты кто? О, ты реформант. Ну тут нет, тут не получится. Тут тоже где-то 80 есть процент у него. Сайны. Так, во-первых, забери корки. Марк, кстати, тоже неплохой вариант. И Бамберг. Не Бамберг, а Берг. Просто Берг. Но Марк вряд ли согласится. Я владею его пробками. Но это соглашается. Ну, можно, да, можно у меня, да. Вот скоро еще один будет слот, свободен. Причем Берг более, наверное, предпочтительный вариант. Можно и это. Но сначала Берг. Сарковник забрать. Союзы хочу ему разбивать. Капец, у него союзов. Смотрите, Берг имеет претензии к нему, и у них союз еще. Капец. Вот это дают. Деньги не надо пока. Не надо пока. Пусть будет так. Ну, 14 лет все равно. Забираем мы. Так. Ты, конечно, не хочешь, потому что тут не взята одна провинция. Какая, блин, разница? Реформатская, кстати. Ай-яй-яй.
Уже нет. Хорошо. Фальскотолика вообще. О, Польша уже все, отвалилась опять. Ну, она Гальча, да, взяла тут немало, причем так взяла. Надо воевать с Польшей. Тем более для Германии там нужно захватить Кёнигсберг. Вот этот. Еще нет. Но все равно надо буду ждать немножечко. Как раз конец года. А кого мы еще не оккупировали? Ты какой-то дерзкий очень, да? Нет, ты уже все. У кого войска есть? А вот у него и есть. Значит, его и выйдем. Пару ленсиков. Свободен. Все. Вот. Ну что, неплохо. Такие две крупные по территории державы мы убрали с карты. Теперь тут нужно опять 10 лет посидеть, ничего не делать. Ох, бедная Франция. О, она еще и Париж потеряла. Капец, просто капец. Вот этот союз с Великобританией и Португалией. А, кстати, Сицилия уже отвалилась. Я так смотрю на папу. На Ломбардию. И на Прованс. И вот тут можно Испанию разбить будет. Но, как я говорил, нужно вот это вот вкачать полностью. Я вот закрыл идеи. У нас 127,5. Будет 137. Армию до лимита подвести. И можно его чпокать. Испанца. Можно будет этим заниматься в перерывах между вот тут ожиданием. Француз на союз не пойдет. Потому что у нас есть вот эта вот однодолбанная граничащая провинция. С нами на тройку развития. И он, зараза, говорит, что мы еретики их. Ненавижу. Терпеть вас не могу. Хотя, возможно, если улучшить отношения с ними, то может и получится. И репутацию свою поднять. А то у нас она подупала. Да. Из-за присоединений. Ну и вот тут надо, как я говорил, поискать какого-то Шурика, которого можно будет покормить. Хорошо, ребятки, ребятки. Ребятки, я, наверное, вот с этой стороной в фоне повоюю между сериями. Заберу эту пробку до Бремена. Вот, и потом будем продолжать что-то еще делать. Это все. Всем пока. До новых встреч.